В Мособлдуме прошли публичные слушания по бюджету региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно проекту, наибольшее количество средств в следующем году будет направлено на финансирование социального блока. 70% от общего объема расходов бюджета, это более 350 миллиардов рублей, решено направить на образование, а также на социальную политику. В частности, на строительство новых социальных объектов предусмотрено более 36 миллиардов рублей. На здравоохранение в два раза больше – 65 миллиардов. А на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах в следующем году направят 96 миллиардов. Всего доходы регионального бюджета в 2018 году составят 464,5 миллиардов рублей. Это на 4% больше, чем в 2017 году. А доходы на плановый период 2019-2020 годов значительно возрастут и составят 480,9 миллиардов и 506,2 миллиардов соответственно. На сегодняшний день в комитет по бюджету поступили, были обобщены и направлены губернатору Московской области для получения заключения 32 замечания и предложения. На ближайшем после получения указанного заключения на ближайшем заседании комитета мы планируем рассмотреть его и по итогам рассмотрения рекомендовать Московской областной думе принять бюджет за основу. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.